Ленинграда, нашему сказочнику. Илья Носков, актер театра и кино. Еще, пожалуйста, аплодисменты. Мы очень старались. Спасибо. Черноморский симфонический оркестр, дирижер Константин Милешкин. Спасибо. Дорогие друзья, это была симфоническая сказка. Не ходите, пожалуйста, с сыном. Это была симфоническая сказка «Петя и Волк», которую написал Сергей Сергеевич Прокофьев. Прочитал известный российский актер театра и кино Илья Носков. Сыграл Черноморский симфонический оркестр. Дирижировал Константин Милешкин. Ребята, вам понравилась симфоническая сказка? Скажите, это лучше, чем планшет или телефон? Больше родителей слышу. Скажите, а родителям понравилась симфоническая сказка? Я считаю, что таким зрителям тоже надо поаплодировать. Подарите себе теперь аплодисменты, пожалуйста. Дорогие друзья, это проект «Детская филармония». На самом деле, наши дети достойны только лучшего, и они достойны прекрасной симфонической музыки. Поэтому мы, вот взрослые, все для ваших детей сегодня работали, и я считаю, что у нас все получилось. Большое спасибо еще раз, Илья. Несколько слов для жителей города-героя, который вас так тепло встречает. Я хотел бы вас поблагодарить, конечно, уважаемые наши зрители. Хотел бы поблагодарить оркестр, лично вас, за эту уникальную возможность впервые в вашем городе принять участие в таком замечательном событии. Было очень волнительно, но и очень радостно. Сегодня у нас уже третье выступление, и каждый раз все по-разному, потому что люди разные, но удивительно и замечательно. Спасибо вам. Спасибо, спасибо вам огромное. Новороссийскому Черноморскому симфоническому оркестру дирижер Константин Милешкин. Браво, маэстро! Спасибо, до новых встреч! Уже в конце февраля, в начале марта вас ждет восхитительный концерт с солистами, потому что мы всегда меняем форматы. Мы хотим вовлечь в нашу деятельность всех жителей города Новороссийска. Мы очень хотим быть востребованы и работаем для вас. Браво вам! Спасибо за то, что вы сегодня пришли. До новых встреч! Следите за вашей афишей. Мы вас всегда ждем. Браво! Спасибо!